В Дагестане задержали трех боевиков, сообщает газета «РУ». Следствие выяснило, что молодые люди участвовали в планировании атаки на Свято-Успенский кафедральный собор Махачкалы. Двум задержанным по 18 лет, третьему 16. Юноши состояли в запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» и пропагандировали ее идеологию. В отношении молодых людей возбуждены дела об участии в теракте и незаконном обороте оружия. Напомню, теракты произошли 23 июня в Махачкале и Дербенте. В результате погибли 22 человека.